профсоюза сержанта Красной Армии Михаила Егорова, водрузившего вместе с младшим сержантом Кантария Знамя Победы, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта на крыше Рейхстага в Берлине. Аршанского районного совета депутатов Анатолий Михайлович Сильченко. Председатель Сининского районного совета депутатов Михаила Алексеевича Егорова передает первый секретарь Витебской областной организации общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи Вячеслав Хром. Советского народа помню. Уничтожено более 1500 населенных пунктов и 628 населенных пунктов.